Хотя, казалось бы, вот оно, коммунальное счастье, горячая вода в 21 веке. Красноярцы уверены, чиновники и коммунальщики свои обещания не выполнили до конца. В понедельник в эфире программы «После новостей» директор теплотранспортной компании Сергей Иванов заявлял, что красноярцы смогут в среду с самого утра умыться горячей водой. Вот как это было. Ожидаем реальную температуру, которая необходима жителям. Это 4 июня утром, 8-10 утра. То есть люди могут быть уверены, что утром в среду они смогут умыться уже горячей водой? Да. Да, но в итоге нет. Красноярцы, конечно, рассчитывали, собираясь на работу, умыться в горячей воде. Вот какая реакция у горожан была на обещание чиновников с самого утра, когда они поняли, воды нет. Я бы посоветовала нашим чиновникам, которые пообещали включить воду, попасть в такие же условия, в которых живут простые граждане, отключить все свои бойлеры и отопление, пожить просто с холодной водой, без отопления, без горячей воды. Дурдом начался в городе, понимаете? Холодно стоит, выключили отопление, и, значит, горячей воды нету. Вообще абсурд. Я в шоке от этого, что воду не дали горячую до сих пор. Большое спасибо, что грязным хожу вторую неделю.